Всем большой привет! С вами Елена. Я приветствую в этом видео вас из Дубая и приглашаю прогуляться вместе со мной. При покупке билетов нам выдали браслетики и специальные вот такие паспорта, вернее, это схема, оформлена под паспорт с описанием 12 зон, которые мы будем посещать вместе с вами. Айя – это парк впечатлений, предлагающий инновационный подход к развлечениям. Иммерсивный развлекательный парк. Путешествие в прекрасную вселенную с новым запуском Айя, первого в своем роде парка развлечений с эффектом погружения площадью 40 тысяч квадратных футов, который приглашает отважных путешественников вступить в огромную вселенную ярких интерактивных впечатлений в 12 различных зонах, каждая из которых имеет свою уникальную тему, интерактивные элементы. Название этих спецэффектов в этом зале можно перевести как «цветущие искры» или «рассвет цветения жизни». Каждая из зон переносит совершенно в другую, захватывающую с первых секунд вселенную света, звука и новейших технологий. Прогуляясь по всему видео, вы убедитесь, что каждая из зон основана на уникальной теме, которая обеспечит совершенно новый, увлекательный опыт, который нельзя испытать больше нигде. С каждой локацией можно взаимодействовать, ведь парк создан таким образом, чтобы мы, посетители, могли стать его неотъемлемой частью на все время пребывания в такой вот фантастической вселенной.
сейчас мы прогуляемся по разумному саду с искусственной травой и нависающими виноградными лозами в секции флора, где царит воистину сказочная атмосфера.
ионе воды, вода, вопреки привычным законам гравитации, течет вверх. Аттракцион оснащен датчиком движения. При приближении посетителей водяной занавес раздвигается, позволяя войти внутрь. Но брызги воды вы все равно почувствуете. Этот сектор река Мост Бесконечность отправляет посетителей в путешествие по своеобразной импровизированной реке со специальными визуальными эффектами. Управление космосом.
Здесь, в этой зоне, отражается неземная природа. Иммерсивный парк, то есть иммерсивность – это способ восприятия, создающий эффект погружения в искусственно созданную среду. Так вот, иммерсивный развлекательный парк Айя, специализирующий на создании физических парков для цифрового мира, он полностью нас погружает в этот фантастический мир. В этой фантастической вселенной можно играть, дрейфовать и мечтать, посещая обсерватории, усыпанные звездами, блуждая по красочным садам, расцветающим светом, и пересекая реки, создающие бассейны на каждом шагу и соединяющие бесконечность. Когда приближаешься к экрану, то на движение начинают реагировать датчики, то неземная природа начинает изменяться еще разнообразнее и быстрее. В красочный мир, где можно откинуться на такую имитацию пышного склона холма, который мягко вибрирует в такт окружающей музыки. Это позволяет испытать ощущение невесомости, когда панорамная проекция переносит нас куда-то в параллельную вселенную.
На этом мое видео подходит к концу. Я вас всех благодарю за просмотр моего видео. Желаю здоровья вам и вашим близким. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за мой труд и до новых встреч в новых моих видео. Всем пока!